ну, более-менее смотришь хоккей, но что, допустим, такое пятак? Опа. Пятак. Это пять людей в пять. Кстати, ты тоже так сказал. Вот именно, скажи нормально. Нормально скажи. Я нормально сказал. Пятак. Плохо слышно меня было, я нормально же сказал. Ну скажи, пятак. Пятачок, хорошо, пятачок. Это какой-то прием. Пятачок. А, пятачок, это какое-то место. Так. Место, где люди играют, там в пятачке. Ну правильно, это место перед воротами, поаплодируйте, все здорово. У кого в команде есть блин? Блин? Блин. У кого в команде есть блин? Какой блин? Блин. Просто блин. Ханна, у кого, да, в команде есть блин? У одного игрока, который находится на поле, есть блин. Это шайба? Нет. Нет. Блин, ну блин. Это очень странно, что у кого-то есть блин. Он весь матч вообще играет. То есть ты думаешь, что это... Весь матч, он со льда вообще находится. А, это вратарь. Да. А почему у него есть блин? А у него в одной стороне ловушка, в одной руке ловушка, а в другой руке... А, блин. Блин. Пока мы... А, все, я поняла. Поняла, что это? С ручкой. С ручкой. Давай по терминам посыпем его терминами салона красоты, правильно? Что такое спонж, самое легкое? А! Да, блин, с ручечкой! Ну давай! Спонж. Ну, спонж. Ты не что знаешь, это? Что это? Это спонжик. Не аббревиатура, я тебе спонжик. Сразу говорю. Спонжик. Спонжик. Так вы так легко говорите. Это. Ну это легкая вещь. Ну что там, а что, лицо как-то протирает или что? Протирает. Не знаю. Ну это лицо. Близко. А? Близко. Спонжик это не такая кличка. Такая кругленькая штучка, не? Да! А, ну, вот да, браво, да, спонжик, молодец. О, класс. Термин любой твой, чтобы мы засыпали олимпийского чемпиона, красавчика, героя. Бальяш, например. Кто? Бальяш. Бальяш. Давай вместе отгадывать, что такое бальяш. Бальяш это... Ну это тоже что-то на лицо, да, наверное? Не совсем на лицо. Ну очень похоже, что ты подходишь к какой-то шаурме и говоришь, сделайте мне, пожалуйста, бальяш. Ну это вот, кстати, вот ты подходишь и говоришь, сделайте мне, пожалуйста, бальяш. Только что это такое? Это связано с лицом? Нет. Не, я же спросил. Лицо? А, я внимательно просто извини. Бальяш это с руками, с ногами, с телом. Ресницы, губы. Капризов, ты пришел ко мне на передачу, а не я пришел к себе на передачу. Говори, пожалуйста, хочешь. Ну, блин, ноги, не знаю. Бальяш и ноги? Не, ну типа вот, я прихожу такая, Стасик, сделай мне бальяш. Сколько, да. Блин, очень тяжело. Это, ну окей, это связано с волосами. Бальяш связан с волосами. Намазывают кремом волосы. И крем волосы не намазывают. Бальяш это... Вы сдаете, да? Нет, не пшикают. Закручивают волосы. Нет. Ну, бальяш. Бальяш. И когда... Да, да. Кто ноги? Моют, я говорю. Корни волос? Нет, не корни волос. Ну, короче, бальяш это такое красивое окрашивание, когда из светлого в темное или из темного в светлое, и такие прядочки делают, осветляют. Как мелирование, только по-новому это бальяш. Ну, ты же каждый вечер это делаешь. Ну, конечно. Можно я тебе буду называть бальяш? Ну, это сложно, это сложное слово было.